будь-яка хвороба вимагає вчасного та невідкладного лікування. Але є такі проблеми, на які ми взагалі не хочемо звертати увагу і навіть про них чути. Саме про такі хвороби будемо говорити сьогодні. Це ті хвороби, які можуть навіть спіткати нас неочікувано дуже швидко, і ми можемо про них не знати. Сьогодні в нашій студії Світлана Родік, фахівчиня соціальної роботи, і пані Світлана точно знає, які люди зіштовхуються з такими проблемами. Дуже раді бачити вас, пані Світлано. І розкажіть, будь ласка, от як на сьогоднішній день? Дуже багато питань, пов'язаних з ситуацією з ковід. А ось інші питання, які теж не менш важливі, ми трошки їх відставили трошки у бік і про них менше пригадуємо. Ось, мабуть, Вілл Сміт, мабуть, це ті люди, які залежні від серйозних ситуацій, от вони також залишились трошки обіч цієї проблеми. Так? Чи ви зі мною погоджуєтесь? Да, я дійсно з вами соглашусь, але ви знаєте, проблема ВІЧ-СПІД все одно вона залишається, вона приобрела в нашому городі, да, в Україні, в масштабах України таку епідемію, характер епідемії, і наша організація «Синергія душ», вона іменно, і цель у нього така, щоб преодолівати вот эту епідемію. А епідемія – це які цифри, от до яких вже цифр дійшли ми зараз, що звертають увагу фахівці з різних областей на цю проблему? Я не можу вам сказати масштабный ход статистики по всем, допустим, регионам или по всей Украине, я могу сказать, что наша организация за месяц выявляет около 70 человек новых случаев инфицирования ВИЧ. Поэтому це за який період? Це за місяць. Кожен місяць не менше 70 чоловік. Ну, я розумію, я кажу, з якого року можна сказати вже, що ось кожного місяця ось така цифра? Ну, ми працюємо от в цьому проєкті четвертий рік. И четвертый год, каждый месяц, ну, бывает такая, там, допустим, месяц, ну, минус 2-3 человека или плюс 2-3 человека, но средняя цифра около 70 человек. Угу. Ну, це это багато, очень, это очень много, багато. Это очень много в масштабе города, потому что такая организация, как мы, не одна, на самом деле, три организации, которые занимаются выявлением, и можете себе представить масштабы, количество людей, которые инфицируются кожен місяць. А як саме ви знаходите цих людей? Чи вони звертаються самі? Чи, можливо, є волонтери, які допомагають знаходити людей, вже інфікованих, і потім супроводжують їх у лікуванні? У нас розданы наши тесты, которые тесты... Ну, выпадково, тесты. Так? Выпадково з'ясовуються? Да. Нет, ну не всегда выпадково. Дело все в том, что семейные врачи также в больницах, куда попадают люди с тем же коронавирусом, попадают люди в больницу, и их тестируют. Их тестируют практически 100%. Ну вот практически всех, особенно те, которые с коронавирусом, их всех тестируют. На... Угу. Мы просим, и это правильно, потому что... Допустим, семейные врачи точно так же тестируют людей, потому что не всегда понятно, почему человека нельзя вылечить в течение там, месяца, второго месяца, он в температуре там, или какие-то проблемы происходят, бронхит, и человек не может встать на ноги. Его надо протестировать на ВИЧ, там может быть проблема именно в этом. Потому что сам ВИЧ уже вышел за пределы, за грань, вышел вот это, когда уязвимые группы были, когда только были там, допустим, геи, там, женщины коммерческого секса или там потребители инъекционных наркотиков. Сейчас это общее население, очень много, зачастую это общее население, люди, которые абсолютно не имеют к таким уязвимым группам никакого отношения. А як тоді стається так, що так він розповсюджується дуже швидко? Ну, є така фраза, якщо ви можете бути впевнені в собі, ви ніяк не можете бути впевнені в своєму партнері. Это может быть разная ситуация в жизни. Это может быть, ну, бывают такие ситуации, когда женщина пошла на маникюр и педикюр в непроверенные салоны, которые вот такие вот подвальные. Или там сейчас очень модно вот все татуировки, там пирсинги и все такое прочее. Это точно так же может повлиять на распространение, вот распространяется ВИЧ. Точно так же есть неинъекционные наркотики, которые сейчас молодежь очень часто употребляет, и они не считают себя наркозависимыми, потому что они не колят его внутривенно, они его употребляют, там, допустим, или нюхают, или там, курят, или что-то такое. Происходит, ну, у них меняется сознание, у них идет беспорядочная половая жизнь.
половая связь. Вот эти клубы, которые вот, там очень много распространяется ВИЧ-инфекция. Угу. Сейчас очень помолодела вообще на самом деле ВИЧ-инфекция. З якого віку вже зараз можна, з тих 70 осіб, які кожного місяця фіксовано, скільки молоді? Молоді, ну, якщо так взяти в процентном соотношении, ну, наверное, 70%, 80% даже. Угу. Это все-таки молодежь. Це, ну, взагалі страшні цифри. І те, що сталося з людиною ще молодою, то яка тільки починає жити, і в неї ще попереду стільки може бути планів, різних задач, і ось так захворіти, і тим більше, якщо людина не розуміє, що може з нею бути в майбутньому, то розкажіть, будь ласка, пані Світлано, ось як супроводжується хвороба? У нас в нашій організації дуже багато таких опытных социальных работников, которые обученные, которые умеют правильно принять, помочь человеку принять этот статус. Но это очень важно на первых порах, когда врач или соцработник говорит о том, что тест показал положительный результат, то есть человек ВИЧ-инфицированный, правильно рассказать ему, правильно его успокоить, правильно его помочь ему правильно принять этот статус, чтобы он ничего с собой не сделал, не совершил никаких суицидов. До речі, и так ось далее. З приводу саме цієї реакції, то чи є люди, які не витримували? Да. Скільки таких людей, чи доводилось вам працювати з такими от людьми, які знали, що з ними сталася така вже ситуація і покончила життя самогубством? У нас был только один случай. Женщина, она покончила жизнь самоубийством. Это было зимой. Ну, в принципе, эти случаи, они не настолько сильно, их не так много. Ну, вот, все стараюсь, же люди знаходят себе силы вытримать. Да, и социальные работники помогают. У нас работают в спеццентре психологи. Тоже психолог такая хорошая. И мы видим, когда человек совсем вот ему трудно, мы перенаправляем человека к психологу, приводим его к психологу, тогда занимается психолог. Потому что, ну, на самом деле, если правильно рассказать ему сразу, человеку правильно рассказать, правильно поставить... Что вы можете розповісти такого, що людина прийме і буде спокійно реагувати? Ну, во-первых, що це хроническое заболевание, це вже не то заболевание, о котором говорили в 90-е годы или там 80-е, що це чума 20-го века, і все, ми умремо, всі вимрут, і вообще ВИЧ – це страшно. Сейчас це хроническое заболевание, от которого є препарати. Це теж страшно, звичайно. Це страшно, ну, меняется, но це не страшнее, допустим, того же сахарного діабета, це не страшнее, ну, не дай Бог, вот онкологія, а гораздо страшнее онкология. От этого заболевания есть препараты, которые выдаются бесплатно, и человек, принимая их, живет полноценно абсолютно жизнь. Сколько років людина может прожить с этим заболеванием? А вот до старости, до самой глубокой. И если все рекомендации врача человек будет выполнять, пить препараты, у него будет высокая приверженность к питью этих препаратов, он может прожить всю жизнь и умереть по старости совершенно не от ВИЧ-инфекции. Пані Світлано, а якщо в нього є родичі, і в нього є друзі, знайомі і так далі, то колись взагалі до ВІЛ-інфікованих ставились окремо, так? Цих людей вважали, ну, я не знаю, можливо, і зараз залишається в суспільстві ще така думка, що все, якщо ти такий, то тобі немає місця серед здорових людей, ти не влаштуєшся на роботу, ти не можеш завести собі достойну родину і так далі, і так далі. Тобто дуже багато різних ситуацій, які спонукали людину жити наодинці і ні з ким не спілкуватися. От як зараз, і якщо є родичі, якщо є друзі, якщо є знайомі, то як забезпечити ось те повноцінне спілкування, не вдаючи їм будь-яких проблем? Ну, во-первых, есть определенные пути передачи этой ВИЧ-инфекции. То есть просто показать своим родственникам или там коллегам на работе, хотя об этом говорить не обязательно. Если родственникам и своему партнеру мы делаем все для того, чтобы люди, которые получили вот только ВИЧ свой статус, ну вот которые инфицированы ВИЧ, чтобы они могли привести своего партнера. Будь это партнер по шприцу, будь это партнер половой, или там, ну, вот, в семье муж, там, или это, чтобы обязательно сообщили своему партнеру. Ну, мы к этому специально подводим. У нас есть обученные специалисты, которые занимаются мотивационным консультированием.
консультированием. То есть они мотивируют человека. А як привести. Чоловіки особливо, як вони можуть піти і погодитись на те, що їм теж треба пройти обстеження, що їм треба кудись йти взагалі, чи до психолога? Ну, взагалі, мабуть, чоловіки до такої ситуації не готові частіше. Нет, ну, есть очень много мотивации, очень много инструментов для этого. Придумываются разные ситуации. Например. Ну, например, можно сказать, что давай пойдем вот сюда сходим, там бесплатно сдают анализы, давай пойдем просто сдадим анализы. Схитрити. Да, вот, ну, это называется потім... инструмент, я потом уже знаю, аккуратно, аккуратно, все одно, потому что... Все одно мне кажется, что ну, чем больше будет правды в нашем жизни, тем здоровішими мы будем, как нация. Ну, так мне кажется, я не знаю. Але если вы говорите, только такой инструмент працює и... Не только такой, есть инструменты, когда... Ну, во-первых, мы не можем, все равно не все воспринимают, вы правильно сказали, не все воспринимают в принципе, ну, вот этот диагноз, этот ВИЧ-инфекция. Естественно, она стигматизирована, дискриминирует людей, которые болеют таким заболеванием. Поэтому, естественно, это сложнее, вот поэтому идется на хитрости, для того, чтобы, допустим, кто-то не попал там под какое-то домашнее насилие, ну, вдруг, или под какие-то побои там, или что-то. Поэтому стараемся минимизировать вот эту вот, ну, вот это сообщение, аккуратно это все сделать, для того, чтобы... Это может быть какой-то сертификат, вот давай, мне сейчас дали сертификат, вот тут написано, что можно провериться бесплатно. Или, допустим, давайте, давай зайдем сюда, я знаю, что здесь вот проверяют, давай зайдем, просто проверимся. Или мы там с тобой были, ходили там туда-то, давай проверимся, вдруг вот такая ситуация, она уже может знать, или он может знать. У нас таких ситуаций очень много, и приводят, как правило, очень много приводят своих партнеров и партнерш. Ну, я думаю, что якось вже, якщо між людьми більше довірливі стосунки, то можна сказати прямо і вирішити це питання, мабуть, разом. Так, да, скоріше всього, так воно і відбувається. Бо хитрощами, ну, мені здається, що вони далеко, далеко не заїдеш на хитрощі. Ну, буває і так. Бувають всякі ситуації. Можливо. Пані Слана, вам доводилося взагалі спілкуватися з тими людьми, які ну, от відмовлялися приймати себе такими? Відмовлялися від того, що вони хворі? Вони, чи можуть вони перездати десь в іншій лабораторії, наприклад, свої аналізи, дізнатися про цей статус, чи може бути помилка, і який відсоток ось тих помилкових результатів? Дело все в том, что наши тесты, это, конечно, не окончательный диагноз, это ну, как сортировочные, но в них погрешность, ну, они показывают на 98%, поэтому погрешность минимальная. Потом есть еще такой анализ, как иммуноферментный анализ, это берется кровь с вены и отправляется ну, в лабораторию специфическую. Но дело все в том, что если человек хочет там где-то сдать в частных лабораториях, я сразу могу сказать, что он заплатит деньги, там 400 или 500 гривен, я точно не знаю, это стоит. Но этот анализ придет в ту же лабораторию, в которой и делают, потому что она одна на самом деле. Угу. И, ну, вот смысл, тобто безкоштовна смысл... безкоштовна допомога. Абсолютно, да. Смысл платить деньги просто нету. Угу. Так, я зрозуміла. А скажіть ще, будь ласка, ось з приводу стигми і з приводу клейма. От ми вже почали говорити про це, і це дуже серйозна, страшна проблема нашого суспільства. Як взагалі зараз ставляться навіть медичні працівники ось до такого діагнозу? Чи вам вдавалося подивитися, почути, можливо, тих ВІЛ-інфікованих людей чи наркозалежних людей, які розповідали вам історії, і ви вже чули інше? На самом деле історії дуже немало, коли жінки особенно сталкиваются со страшной стигмой, со страшной дискриминацией, особенно если это женщины, которые наркозависимые. Зависимость, ну, о ней можно очень много говорить, что такое зависимость. Ну, если женщина наркозависима, она, к сожалению, ничего с этим не может сделать, она не всегда может справиться с этим, со своим диагнозом. Когда она приходит к врачу, если она приходит к врачу, потому что, опять-таки, она не идет именно из-за своей зависимости, потому что где-то у нее видны проколы, где-то у нее видно по ее там, ногам, по ее внешнему виду или по каким-то там таким деталям, которые понимают врачи, понимают, что она наркозависима. И еще если у нее ВИЧ-статус, и ей могут сказать вообще впрямую, там, спидозная наркоманка или как-то вот так вот ее. Поэтому мы, нам очень тяжело эту группу... А как тогда быть? Ну, например, а куда идти этой женщине? Ну, ось
ось вона справді має залежність, хвора, наприклад, ну, жінка чи чоловік той самий, так? Куди звертатись і чи ви вже говорите про те, що є окремі центри, де людина може пройти і отримати консультацію лікарів, і пройти діагностику, і тестування, і все інше, де їй дадуть нормальну допомогу, і, можливо, тоді їй захочеться навіть виправити ситуацію. Да, у нас такой, вот мы к этому и призываем, мы, в принципе, к этому и призываем, для того, чтобы вывести этих женщин, этих мужчин, ну вот всех, которые стигматизированы, которые боятся пойти куда-то, мы, у нас есть социальные работники, которые работают по принципу «равный равному». И более толерантное, естественно, это, вот это отношение, понимание их проблем точно так же, потому что они имеют такие же проблемы. Они на своем языке больше расскажут и как подойти, куда прийти. Они приходят к нам, естественно, в городском центре СПИДа, при городском центре СПИДа. Работают как врач-нарколог. Там есть сайт заместительной терапии, мы поможем встать на него, объясним, как это нужно сделать и что для этого нужно сделать. Есть врач-дерматовенеролог, то есть, который посмотрит, полностью обследует. Есть гинеколог для женщин, толерантный абсолютно, который работает при спеццентре, и женщины, которые с ВИЧ-инфекцией состоят у нее на учете по беременности, рожают абсолютно здоровых деток, и они потом еще какое-то время стоят на учете для проверки. И она знает статистику очень... Если полностью рекомендации врача все выполнять, то все будет очень даже неплохо. Также у нас есть при спеццентре фтизиатр. Точно так же можно взять рентгены, сдаются все анализы. То есть это комплекс услуг, это интегрированное полностью в одном месте. И в том числе и психолог. И где им не нужно бегать по всем больницам, по всем поликлиникам и рассказывать о том, что у нее ВИЧ и там... Это все можно взять в одном месте и с наименьшими, как говорится, вот, с болевыми какими-то там ощущениями именно психологически, потому что скажите, это тяжело. Наскільки часто приходять люди самі? Чи дізнаються, можливо, від знайомих про те, що є у нас такий осередок, де можна отримати кваліфіковану і повну допомогу? На самом деле приходят, может их, хотелось бы, чтобы их приходило больше именно людей, которые, ну будем так говорить, общего населения, потому что вот молодежь, ну, приходят в основном, мы имеем выход на уязвимую группу наркозависимых, потому что работаем с ними, мы работаем в этом, поэтому мы как бы, мы можем туда подойти и можем прийти там, где, допустим, место какого-то сбора наркозависимых людей, там их тестировать. А как они до вас ставляться в месте наркозалежных людей? То есть они понимают, что занимаются такими справами, за які можуть бути покарані, що якщо буде розголос, то це теж проблема. Як ви приходите і як ви маєте довіру? Як саме ви досягли ось... Это доверие было на протяжении какого-то времени. Мы работали при областном наркологическом диспансере еще, и социальными работниками в том числе там. И уровень доверия очень высокий. Они знают прекрасно наркозависимые, которые знают нас, они могут привести своих знакомых, своих каких-то новых, которые вот только там или начали заниматься наркотиками, или как-то они нам доверяют, они знают прекрасно, уверены в том, что мы никогда не скажем их там личные какие-то дела, и мы никогда никому не расскажем об их конкретно, чем они занимаются, кроме того, что мы... поможем, попробуем им предоставить помощь, то есть поставить их на сайт заместительной терапии. А чьи бывали варианты такие? Ну, мне кажется, что это было бы идеально, как бы ось те люди, послухавши взагалі якісь истории, можливо, складні, можливо, вони зійшли би з того шляху. Тобто це насправді ваша задача, мені здається, теж вашою є прийти і не лише тестувати, лише допомагати, а можливо допомогти вийти на інший рівень життя, можливо зійти з цієї дороги. Вот, знаете, тут уже разговор идет о зависимости.
Если человек имеет зависимость, к сожалению, здесь можно только помочь определенными медицинскими какими-то услугами. То есть или заместительная терапия, поддерживающая вот это вот, которая, ну, метадон. Или если человек зависимый, мы его не так просто, его от этого... Он может временно не заниматься, он может временно что-то не делать, но все равно он, как правило, как показывает практика, возвращается к своей зависимости. А что тогда? Тогда нам треба просто закрыть очи на это и просто помогать уже людям, которые зависимы, и нехай уже вони такими і будуть? Чи як? Ми стараємося, во-первых, сейчас, стараємося наша організація. Мені кажеться, що самое главное это вести роботу роз'яснительну в, ну, может быть, даже в школах, может быть, в старших классах, и начинать там институты, университеты, академии и так далее, рассказывать молодежи, в принципе, о зависимости, что это за зависимость, что это за наркозависимость, алкозависимость. Потому что меняется сознание также у алкозависимых, и они начинают вести беспорядочную половую жизнь и точно так же могут инфицироваться. Поэтому, скорее всего, нужно... Оттуда начинать работу и рассказывать постепенно, что будет, если вы будете это делать, что будет, если вы попробуете это, что будет с вами. Рассказывать деткам, детям и подросткам, и вот школьникам, вот всем, вот молодежи, рассказывать в принципе, что будет, если они попробуют. Запретить нельзя, потому что ну, запретный плод сладок. Поэтому просто запретить, сказать, этого нельзя делать, оно не работает. Пані Селена, насправді це такий біль взагалі нашого суспільства. І коли ми говоримо на ці теми, то розуміємо, що дуже серйозно треба проводити роботу постійно, починаючи з родини і закінчуючи вже тими центрами, про які сьогодні ми говорили також. І хочеться, щоб людей, які ось так не дбають ні про себе, ні про своїх близьких, їх ставало менше. Хочеться, щоб ми виходили з цього, виходили з тих залежностей і ставали на нормальний шлях. Складно, так, стати на нормальний шлях, але іншого виходу немає. Це мені так здається. Ну, на самом деле, з тих людей, які... хотя бы единожды попробовали наркотики в своей жизни, только 15% становятся зависимыми. И, к сожалению, вот с вот этими 15% просто садить их в тюрьмы там, или вывозить на какие-то острова или там что-то делать, с ними ничего этого сделать мы не сможем. Только помощь. Мы должны им помочь, мы должны принять, мы должны понять, что такие люди есть. И ну, они, в принципе... Вони є, ми нікуди від них не дінемося, на самом деле. Дякую вам за вашу думку, пані Світлано. Сьогодні багато про що поговорили, але ж хочеться закликати усіх бути обережними і все ж дбати, і турбуватись про себе, і про своє здоров'я. Зустрінемось за декілька хвилин.